Блин, я проспала. Это что? Сюрприз был. С днем рождения. У нас воды горячей нет. А вам не стыдно? Вас весь автобус ждет. Вы что, выпили? Это шампанское прилилось. Бывает. С днем рождения. Спасибо. Желаем тебе счастья. Извините. Сереж, как кто это? Что-то напряженная такая все время, а? У тебя секс вообще давно был? У нас в гимназии такое недопустимо. Вы в культурной столице находитесь. Тут вам не Псков. Что я вам всем сделала? Что мне теперь? Завтра пойдешь со мной. Куда? А если тебе понадобятся деньги, кто тебе их даст? Кто? Ну а ты что сидишь в противозачаточной роже? Ты что, пенсию что ли ждешь? Сюда ее! Мы сейчас проведем волшебный сеанс экзорцизма. И выгоним из этой женщины дух овцы в побирашки! Всем стоять! Это обогащение! Алло, Андрей? Это Лена. Потрясающе выглядишь. Спасибо. Да его все равно фиг разведешь! Он умный! Это что-то фантастическое. Ты начинаешь видеть взаимосвязь вселенной. Мужчина, не трогайте там ничего. Я его нашел. Это мои цветы. Это я их туда положил. Зачем? Ты красивая девушка, умная. Ты вообще-то всем нравишься. У тебя будет абсолютно все. Все, что ты захочешь. Это Коржик. 18 лет в бестии. Это как друг получается, только тупой. Тату Борис. Тут не пью. Да мне сразу понравилось. Очень симпатичный. Ты же на ты перешли? Я человека одного встретила. Вот идеально мне подходит. Скажи, я богиня. Я богиня. Не верь. Скажи, я богиня. Я богиня. Да! Александр, отвезите меня в Арктику. Можно. Только не сейчас. Помоги.